Здорово, Санек. Продолжаем абсорбировать это место. Так, в прошлый раз мы абсорбировали вот этого чувака и много чего узнали. Так, у нас все расплывается, я так понимаю, типа нам нужно принять наше лекарство. Так, ну давай. Ну да. Хорошо. Так, это что, персидский ковер у него тут, нормально. Я так понимаю, у них, в принципе, была такая не то, что прям ужасная семья, да? Но, типа, пришел какой-то монстр и все им испортил. Ну, посмотрим. Фотография даже есть. Окей, наверное, вот так выглядит его баба, которую мы ищем теперь. Так, так, обувь у них... О! Well, так, well. Это он. Ну-ка, ну-ка. Ты, наверное, Хелена. Что еще тут спрятано? Именно здесь? Так, вау, подушка. Боже. Да уж. Офигенно, они такие, типа, хочу это самое сделать кухню, давай сломаем вот эту стену. Так это было? Зачем вообще эта стена здесь изначально была? Если, типа, она не нужна. Боже мой. Зачем я вот эти штуки постоянно у всех нахожу? Так. Ну, дальше, кто-то нарисовал хер на книжке. Ну, понятно. Так, стой. Ну-ка, стой. Открывай. Пока что, в принципе, выглядит все довольно неплохо. Мне, в принципе, нравится. Хотя вот это, конечно, погружение в этого чувака, оно, конечно, было прям жестким. О! Прям жестким-жестким. Мне кажется, им надо было как-то сделать это все попроще. Да, и значит, снова видно. Во-первых, так, кто это? Это Джи писал. Так, значит, во-первых, как твой постоянный татуировщик, советую тебе перестать забрасывать меня этими сообщениями. Если тебе кажется, что есть проблема, зайди ко мне в салон. Во-вторых, экземпляр у тебя на шее заживал прекрасно, когда я видел его в последний раз. Катализатор работал, и если действительно, как ты утверждаешь, становится совсем паршиво, то это, скорее всего, из-за того, что ты постоянно чешешь и трогаешь это место. Говорю, в последний раз оставь его в покое. Приезжай на проверку, если хочешь, но перестань доставать меня пустыми страхами. Страхами. Я тебе не психолог. Окей. Так. Это что? Значит, поврежденные данные от А. Значит так, последний пакет данных, который ты принес, был частично поврежден. Мне удалось спасти основную часть, но, как я уже говорил, ты должен чаще давать мне инструмент для шифрования, чтобы я мог тягаться шифраторами. Значит, если мы хотим придерживаться наших договоренностей, ты должен выполнять свою часть работы. Это чувствительные данные. Каждая искаженная строка кода означает несколько часов дополнительной работы, а мое время стоит очень дорого. Я говорил раньше, повторю снова. Программу нельзя отследить. Единственный способ поймать тебя, это запускать на том, как ты физически взаимодействуешь с рабочей станцией. Поймать тебя, это запускать на том... Ну, окей. Так, я понимаю, ты напуган. Я вполне осознаю риск, которому ты подвергаешься в этой ситуации. Но именно за это я тебе и плачу. Угу. Так, одолжение. Береги себя, Анетта. Прости, Гэлла, я знаю, мы так давно знакомы, но я действительно не могу помочь тебе в этот раз. Я очень хотела бы, но не могу. Даже если закрыть глаза на проблемы со здоровьем Амира, начальство ввело более строгие правила приема на работу. Никаких граждан класса С, особенно никаких бывших заключенных. Я знаю, Амир неплохой парень. И заслуживает еще один шанс. Но я действительно никак не могу обойти эти дурацкие правила. Еще раз прости. Если есть какой-то другой способ помочь, дай мне знать. А это что? Продуктивный гражданин. Избегай понижения гражданского класса, оставайся активным, подавай заявку, голосуй за нас. Документы. О, документы. Биографическая страховка, личные данные. Ты, значит, родился в 52-м. Адрес тяжелой.
Ага, а, так, погоди. Сильные стороны и навыки. Умение работать в коллективе, умение работать с людьми, даже если они не похожи на меня. Мне все равно. Главное, чтобы это не мешало работе. Работа с кадрами умеет определять, подходит ли кандидат для работы на самом деле, или просто строит из себя профи. Урегулирование конфликтов. Эффективно решать проблемы. Устойчивость к стрессу. Может эффективно работать даже в крайне неблагоприятных условиях. Значит так, знание Excel и, значит, интернет, офис и все прочее. Понятно. Значит, официальный опыт работы. Значит, по 69-й год, доставка, код должности, доставка товара, уборка отходов, уборка улиц, хорошо справился с работой. Это знаешь, как чуваки, которые типа ничего не умеют, пишут, что типа, значит, это самая коммуникабельность, типа там пунктуальность, знание компьютера. Окей. Все играют в эту игруху, я больше не буду. Это что такое? Так, это мы смотрели. Так, так. Какая-то шторка. Ну, ага. Сюда. Обратно. Сюда. Что такое? Какая херота. Полиэтилен. Во, нормальный шкаф. Нихера у него джинсы. Так, ну давай, знаешь, это что, суперспособность? Voice box implant. Имплант гортани. Не самый редкий среди сидящих на корме. А это что? The only thing that was keeping him. Единственное, что держало его на этом свете. Хорошо. Что еще у нас тут есть? Это что такое? Кредитный чип. Очень удобен для хранения нелегальной валюты. Забираю. Нет, не забираю. Погоди. Это мы смотрели. Что, мы все посмотрели? А так, давай. Подушка. Ты что, живая подушка? Давай проанализируем эту хероту. Клок очень странных волос. Не принадлежит человеку. Не животному. Хорошо. А у тебя что? Это мы уже видели. А это чего? Что-то все-таки получил свою последнюю дозу. Надеюсь, она того стоила. Это вот эта херь типа вставляется в горло? Ладно, так, ну, может быть, это самое. Я тут что подумал? Тут есть типа тату-салон внизу. Давай посмотрим, что у нас здесь написано. Вариант исследования. Неплохо бы проверить квартиру Новаков. На наличие других улик. Так, Амир Новак мертв. Его жене удалось бежать. В «Пожирателе снов» я видел тату-салон. Так, кстати, в внутреннем дворе есть какой-то тату-салон. Ну вот, значит, давай, типа, тату-салон сгоняем. Здесь я вроде все посмотрел. Наверное. Я тебя включал в прошлый раз. Так, давай. Покидай место преступления. Следуй по наводке. Где они, возможно, еще находится жена жертвы.
Так, интересно, я с этими ребятами, я вроде со всеми болтал, да? Так. Нам нужно найти лестницу. Ты лестница? Да. Охереть. Я не делал. Там кто? 105-114. А это кто? Флор. Хорошо. Так, а куда мне интересно? Я могу даже туда, я туда не хочу. Вот я так понимаю, везде ходит монстр. О, слушай, ну это было просто. Так, ты чего? Залагал мне тут? Ну-ка, отменяй. Да как же тут офигенно. Да. Так. Скримота, блядь. Давай. Опаньки. Так, журнал обновлен. Рука. Офигеть. Что там сказано в болезни, типа... Это типа болезни и здравия, он говорит. Тут реально Женя, это людей в этом салоне. Ну, такую, кстати, можно было тебя набить, но ничего, смотрится. На голову прям. Что это такое? Круги ада? Так. А вы кто? Начинается, господи, вот приехала полиция, везде одни трупаки. Сегодня я всегда опаздываю, бедная Хелена. Жопа, кстати, ничего, Хелена. Это Лазарский 6, тогда нашел третью жертву. Время смерти около часа назад. Начинаю криминалистический анализ. Интересно, а в ее башку мы тоже можем? Того. Ту-тум-ту-рум. Что это такое? Он похож на стоматолога больше. О-о-о! Ну-ка, давай. Ну куда ты? Давай. Бесполезная хрена-то. О, кассета! Офигеть! Слушай, надо доебить. Ну, конечно, у него картинки везде одинаково висят, это типа не совсем круто. Могли бы нарисовать разные картинки. Так, интересно, а в ее мозгу, я это уже говорил, да? Могу ли я подключиться к ее мозгу? Давай, треугольник. Включение установлено. Нет. Нуп. Е! Yeah. Так, значит, единичка. Это мне должно что-то дать. Тум-ту-рум. Давай. А чего давать-то? Ты кто? Кто ты? Магнитолка? Что на ней нарисовано? Какой-то... Чего? Адаптер питания, говорят. Модель? Угу. Ну ладно. Давай, все, значит, того. Педаль. Окей. Ну, я как бы представляю, что это такое. Ровная машина, кай. Ну, давай тебя тоже. Голый инжектор. Подумайте о том, чьи вы сны
Вы созданы в мире животной доли, но к доблести, к сознанию рождения. Мы люди, склонны оправдывать свое поведение. Еще один проповедник, короче, да? Мы признаем ошибки, настаиваем на своей правоте. Думаю, что простаки, расследовавшие мое так называемое преступление, тоже думали, что поступают правила. Но они не могли постичь простую истину, что прогресс возможен без жертв. Это тот самый рекламируемый кассетный плеер. Офигенный. Давай сделаем вот так. Что-то можешь мне показать? А так? Часы у него вон есть, да? И какая-то штука в голове. О! The neural implants untouched. Нейроимплант поврежден. О! Или он сказал, не поврежден. Ну-ка, иди сюда. Внимание, попытка некрологического подключения является прямым нарушением закона о посмертном наблюдении 61-го года. В 25 сказано. Аварийный обход, открыть панель поддержки. И нихера. Полякованы защиты отключены. Повреждения. Датчик активности мозговых волн отключен. Процедура аварийного излечения отключена. Надеюсь, оно того стоило. Стоит. Конечно, стоит. Сейчас посмотрим, что у нее там. В прошлый раз было жестко. Телевизор. Хирон Инкорпорейтед, нажмите, чтобы начать. Хирон, собеседование. Так, младший программист, загрузка. Загружено. Добро пожаловать, госпожа Новак. Вы ценный актив нашей компании. Ваш упорный труд и преданность всегда высоко ценятся. А херли программист живет в классе С? Пожалуйста, расслабьтесь, отвечайте на несколько вопросов честно, насколько можете. Вы желаете процветания своей родине? Конечно. А вы хотите сделать мир лучше самых? Вы хотите жить без страха? Давай. Вы хотите установить продуктивные отношения с корпорацией Хирон? Давай. Вы будете сотрудничать? Нажмите клавишу «треугольник». Вы будете соответствовать? Нажмите «О». Вы будете следовать правилам? Нажмите «О». А давай что-нибудь другое нажму. Пожалуйста, нельзя? Нажмите «Квадрат». Республика – твоя мать. Хирон – твой отец. Материнская любовь – безусловно. Отцовская гордость требует жертв. Что за херня? Вы готовы приносить жертвы ради большого блага? Давай. Работа. Продуктивность. Счастье. Вы будете счастливы. Вы будете продуктивны. Вы будете трудиться ради большого блага. Вы будете подчиняться? Давай. Загрузка. Завершение оценки исследования. Проверка ответов. Анализ поведенческих шаблонов. Вычисление жизненных выборов. Предупреждение. Вы много пиздите. Так, никаких обязательств по текущему назначению. Вычет очков незначительный. Предупреждение проигнорировано. Подсчет очков. Поздравляем, добро пожаловать в корпорацию Хирон. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я всегда хотел с вами работать. Так, у вас тут чувак. Где мой стол? Вы что, хотите, чтобы я стоя работал? Я пойду жаловаться. Так, это кто? Что ты мне подсказываешь, что мне туда? Темный, темный. О, стул! Слушай, я же тебя искал. Не сюда. Э!
Эмой стол, нет! Я так понимаю, в этой корпорации, короче, самый богатый, это, типа, самый крутой чувак, это тот, у кого есть стул. Смотри, все, типа, парты без стульев. О! О, вот это пойдет! Ну-ка, иди сюда. Да чего? На что я рассчитывал, что я его возьму? Пойду к желтому фонарю. И нихера не видно же. Эй, пусти меня. Куда? Блядство. Я в тупике. Мне нужен Морфеус. Морфеус, проведи меня здесь. Возвращаемся к стулу. Во, большой коридор. Вернусь в большой коридор. Идем сюда. О, нормально. О, во. Вот так это выглядит. Ну и нормально. Так, можно в туалет, говорят, зайти? Ну-ка, нельзя. Хорошо. А что делать? Да пользуйся стулом, блядь. Вот. Не все страдают без стульев. О, курилка, походу. Так, ага. Это, походу, мой муженек. Опять эти помои? Называется суп. Ей что дает, лучше он уже не станет. Эй, ты! Подойди сюда. Змейка, иди сюда! Я за тобой. Так, погоди, а ты там чё? Мне за змейкой? Нормально. Я думаю, что этой дамочке не мешало бы просто устроиться в какой-нибудь стартап. Если уж она, типа, работает на эту самую крутую корпорацию и, типа, все равно в классе С, программист, что-то это не круто. Устраивайся в стартап. Там платят больше. Вот если бы, когда я устраивался, типа, на работу, вот если бы у меня был такой тест. Было бы попроще. Вы будете преданы нашей компании? Да, буду. Пойдет. Вы нам подходите. Блять, как выбраться? Никак. Давай, покажи мне, как выйти отсюда. Так, ты куда-то куда пошел. Пошел в тупик опять. А здесь можно пройти? Нет. Ох ты ж, началось. Кстати, времени засек. Что-то когда я начал-то. Слушай, а я вообще не могу отсюда выйти, да, теперь? Даже назад не могу. А, вот что. Выключаем эту шарманку. Чего? Чего не так-то опять? Давай, включайся. Кто-то рычит? Так, это ты рычишь? Ты чего рычишь? Ты кто, скримак? Ну, а ты скримак.
пришел с Кремак и все тут разобрал, да? Что случилось у нас в офисе? Из тех, что дается лишь чего раз? Чего? Нормально. Какая странная игра, серьезно. Я в ничего более психоделического не играл. Если такое слово вообще существует. А кто здесь работает? Какой-то засранец. Мистер засранец. И чего? И чего? А, опять херота, пожалуйста, только не это. Уважайте, наблюдая. Чего? Что там написано? Ты где? Куда? Мы что, в лифте? Мы где? Эй! Выпустите меня! Ага. Ок. О! О! Матрас. Так, а что, это может уже наш дом? Нет? Нет. Чего? Карточка пациента готова для распечатки. Настроить автоматическую печать. 3.20. Хорошо. 3.20, значит, говоришь, да? Что у нас есть пожрать? О, это же моё любимое. Понятно. А тут что? А тут, наверное, еда. Если там джинсы, то тут... А, тут сервер, всё понятно. Что у нас тут? Что он делает? Это что? Надеюсь, это корова. Фух. Амир. Амир, ты помнишь, как мы познакомились? Это мы уже проходили. Ну и только не этот дебильный клубешник, пожалуйста. Нет, только не этот ад. Это что такое? Бляха. Твою чичь. Ты блюет. Привет, детка, я дома. Ну вот помыли бы хоть посуду-то. Кому я это говорю? Я это говорю себе. У меня такой же пиздец. Ладно. Ладно, ладно. Охуеть. Что это за пиздец у них у всех? Ну, нормально такой музон пошел нагнетающий. О, прачечная. Да понял я. Чё тебе? Помои? Это называется суп. Блять, только не говори мне, что это ёбаное. Амир, is that you? Он же сказал. Так, о, наша квартирка. Почему-то рвать в прачечную. Так, значит, тут сколько? Сколько тут, значит, чего? Блять, не умею время смотреть. Это что, 7.46? 19.46. Не кидайся тут у меня. У меня тут все в порядке было, пока ты не пришел. В обратную сторону пошли, да? Кажется, ее убивала рутина. Hey, baby, I'm home.
Привет, дорогой. О, нет. Так, ну, значит, наверное, надо постирать. Тут постираю, наконец-то. То вон сколько накопилось самой одежды на потолке. А вообще, если честно... Ага, постирали, опа. Меня вытолкнуло оттуда. Ой, чё? Амир, is that you? Амир, это ты? Помой. Ох ты ж, ёжик, какая же жесть. Этот диван, который был у них затоплен кровью, да? А как они вообще на нем чё делали? Странный диван. Да не реви. Сама виновата. Да я понимаю, что дома. Так, это мы уже проходили. Блёха. Я больше так не могу, просто не могу. Да я сам не могу. Так, ну заведи себе любовника, что ли, не знаю. Кого-нибудь из класса Б. Работаешь в корпорации. Возьми свой номер. Давай его сюда. Какой мой номер? А! Пришли навестить моего муженька. О, время. Сколько? Значит, тут чего? 10-14. По очереди. Я только спросить. Мой номер. Давай, бери. Так, 896. Пригодится? Хз. 896. Так, давай. Сейчас очередь. Так, значит, давай. Ничего есть тут ждать. А никого же нет. Ну чего, никого нет. Можно мне войти? Можно мне хоть поссать? Все, можно? Спасибо. Эй. Не переживай. Ну ладно тебе. Лекарский. Дежурка. Габинет лекарский. Интересно, что, по-польски, что ли? О, малыш, привет. Как дела? Is mom gonna be alright? А с мамой еще будет хорошо? Она... Адам, она больна. Наберемся терпения. Об этом просто трудно говорить. Адам, погоди-ка, Адам. Чего? А это ж не нашего сынка зовут Адам? Или это лысый Адам? Я его запутался. Тот Амир, а этот Адам. Погоди, чего? И что происходит? Как вообще наш сынок с этим совсем связан? Почему он теперь их сынок? Я не уверен еще. Не уверен? Ты что, не слышал? Это же прекрасная новость. Давай еще раз обдумаем. О чем здесь думать? Ты должен быть счастлив. А кто сказал, что я не счастлив? Слушайте, а может быть это типа... А может быть так, что это баба, это наш сын? Амир. Может быть такое? Потому что какое ощущение, что это голос вот этого нашего персонажа у нее в мозгу. А как это? Как это возможно? Может, она как-то с ним связана? Непонятно. Может, этот зэк наш? Нет, не вряд ли. Адам, Амир? Нет. Не должно быть. И кто тут чувак без башки тогда, да? О! Это твой шанс.
Это змея. Знаю я таких змей. Говорят тебе, попробуй яблоко, а потом... Записи. Записи. О. Скажи мне, римлянин, что тут творится? Это что, солнечная панель? Нет. Конфетки! Хочу конфетки! Так, ну это уже знакомое место. О! Бойня. Ди? Такой клише, давай еще морг и типа психушку. Это что такое? Яблоко, ну понятно. Слушай, что? Змея и яблоко, да? Ау. Короче... Хорошо, теперь можешь подняться. Просто не спеши. Уже? Уже все? Поздравляем. Теперь вы счастливая обладательница внутреннего хранилища данных. Я ввел вам катализатор, чтобы ткань быстро заживала. Просто не снимайте повязку еще несколько дней. А вы уверены, что его не найдут? Хранилище оборудовано внутренним скремблером и каркасом. Ни один сканер не может обойти такую защиту. Фактически это устройство призрак, его никак нельзя определить. Только я еще не знаю, где искать. Понятно, мы должны узнать, где искать. Ну это типа... Так, интересно, что это значит? Типа, смотри, она... Какой-то вкусила запретный... Я же говорю, стопудово нашла себе, значит, это самое хахаля где-нибудь там у себя. На работе. Вот это, пожалуйста, ваш запретный плод. А потом что-то типа внедрила в себя. Непонятно что. Ну мы разберемся. Мы это так не оставим. Что это такое? Какого хрена ты за собой сделала? А что она сделала? Что она сделала? Даже не начинай. Я сделала то, что было нужно. Должен хоть кто-то проявить в конце концов инициативу. Что это значит? Он как будто ты не знаешь. Может она это самое сделала аборт? Нет, это типа слишком банально было, да? Причем здесь запретный плод тогда. А, может она залетела от какого-то мужика? Но не от Амира? И поэтому в этом вся... Ну хотя не... Не нравится пока что. Ну вот, начинается. Давай скажи мне еще раз, какой бесполезный, что я не могу удержаться на работе, ведь никто не хочет нанимать нариков и зеков. Амир. Да ты хоть знаешь, во что тут того? У меня не было выбора. Нам нужны деньги, Амир. Что, интересно, такое она с собой сделала? Любой ценой, говоришь? Крылища, блядь! О, охуенно! Любой ценой. Видишь камеры? Это что такое? Запомни мои слова. Эта фигня нас погубит! Загрузка. База данных проекта. Конфиденциально. А потом окажется, что этот монстр, который их убил, это как раз ее ребенок. Я все придумал. Короче, залетела от мужика какого-то на работе. Это самое сделала. Аборт, запретный плод, значит, вот это самое. А потом, значит, он, значит, как-нибудь выжил. И потом оказался, что он вырос монстром и пошел всех убивать. Пойдет? Вон норм. Убил мамашку с папашкой. А чё, значит, зачем он их убил-то? Потому что его никто не любил. Никогда.
Стулья. Стулья тут на вес золота, если что. Так, уха. Опа. Ты чего? Не кричи, ты чего? Красавчик. Конец игры. Чего? Чего? Так, ты хочешь сказать, что от этого хера надо было убегать, что ли? Так погоди, а я бегать-то я не умею. Я умею бегать, слушай, чё, я нашел. Я нашел, оказывается. Ёб твою мать, залез. Куда залез? Бляха, ты где? Твою мать, нет. Ну, хорош тебя, а? Ах ты, ублюдок! Слушайте, что-то это прям такое, да? А мне точно оттуда? Тих-тих-тих. Бляха. Бедрила. Это опять начало, да? Бля, слушай, ну вот это прям начался хоррор, да? Твою мать, отвали! Мне нужен Морфеус, реально. Пошел пизду, козлина! Блять, от него вообще не убежишь, да? Фух, как это вообще напряжно-то, а? Пошел в пизду отсюда. Ух! Пожалуйста, нет.
Я не хочу больше. У меня пульс, я хз какой. Уж пусть тебя больше не будет здесь. Я зато узнал, как в этой игре чуть двигаться пошустрее. Еще джойстик вибрирует, блять, я сам вибрирую. Я его загрузил, спасибо. Охуенно просто. А, я его так позвал, да? Я молодец. Ты что, меня выталкиваешь отсюда? Нет. Хотя бы узнать, где он, блядь, я даже не знаю, где. Дружок, ты где? Блядь, как же стрёмно. Где-то прям рядом. Я даже не знаю, где я куда-то залез. Сейчас как схватит меня просто так, да? А, вот он. Наверное, там. Пожалуйста, куда идти? Вон он. Какое блядство, а куда же мне? Я просто по кругу тут брожу. Блять, он где-то здесь. Вон там. Ух ты ж, блять. Может выбежать просто, типа, разведать, куда идти, а потом... Хотя буду знать, куда идти, а то, типа, чё я тут прячусь-то? Ну, прячусь я от него. Вон он. Козлина, блядь. Твали от меня. Блядь, где-то рядом. Под стол. Я, короче, решил, я тут остаюсь. Можно? Вон там, типа, больше всего света. Мне кажется, что, типа, ну, надо было туда. Но я вроде там пробежал, там нихера нет. Бля. Бля. Это какая-то Немезида. Проект Немезида. Может, там есть какой-то компьютер, который мне поможет выбраться? По идее, то, что он циркулирует... Где он циркулирует? Логично предположить, что туда куда-то и надо, да? Он же что-то охраняет, наверное, там. Не просто так он там ходит. Я буду тут вечно сидеть теперь. Может, вот к этой большой штуковине мне надо? Вот это, что это такое? Вот ты кто? Во, погоди.
Так, выполнен или что? А как так-то? Нахуй! Не было даже этих самых шагов его. Где-то рядышком, да? Блять. Ты где? Где ты? Сука. Он просто делает два шага и типа... Вот он, блядь. Отвали от меня. Так, он исчез. Походу, меня сохраняли после каждой загрузки, да? Фух, ёбаный пиздец. Фух. Давай. Кто это? Телевизор. Иди по этой херне, ну окей. Ох, блядь, пожалуйста, можно, типа, хотя бы сейчас с ним закончить уже? Смотри-ка. Глаза какие-то. Это что? Голуби. Какая-то мадам в белом. О, мистер Змей, ну что ты мне предложишь на этот раз? У меня и так тут засор. Хочешь, чтобы я затопил у соседей? Так. Так, это чего? Тут что-то есть. Пожалуйста, только нет монстров. Сейчас как выскочит, блядь, из шкафа. Ух. Я надеюсь, все там нормально. Потому что мне прям вообще нормально. Кто? Мистер Змей, это ты ползешь или это дождь? Я не открою, пошли! Это кто? А ты кто? Да чего вам всем от меня надо? Какие-то черви у меня... Отовсюду, я говорю, тут что-то непонятное. Ох, ладно. Так, туда-то я могу пройти. Хертас 2, да? Вам чего, ребят? Мне вот здесь перепрыгнуть, короче, вот туда. Можно как-нибудь?
Похоже, что нет. Так, а может закрыть кран? Ага. Не реви. Все, все смыло, все эту хероту посмывало. Ну и нормально. Нам вниз. Давай пока попробуем сюда. Безопасно. Нам все-таки вниз. А, во. А, так это мистер телевизор его ревел. Ну все, я тебя подключил. Доволен теперь? Пускай меня. Вот так. Вот так я договорился с телевизором. А ты кто? Да, значит, 7:46. Так, еще один. Так, тут закрыто. Ты кто? Блядь, темнота. Пиксели. Даже не видно же ни хрена, пацаны. Я понимаю, конечно, загадки. Загадки загадками, но чтобы хоть видно-то было. О. Спасибо, спасибо. Не, погоди. Так. Вот туда нужно подключить, чтобы открылось. А чё подключить-то? Вот здесь есть. А тебя нельзя сюда взять? Тут можно. А ты чего начинаешь? Пожалуйста. Открывай. Блять, не вижу ни хера. Спокуха. Да я тебе говорю, ты чего? Я что-то открыл. А чего я не вижу? Погоди, я, кажется, понял. Иди сюда. Во, пойдет. Вот это мне больше нравится. Ага. А ты думаешь, я к тебе пойду? Он то открыл, то закрыл. Смотри на него. Нет, ты глянь. Давай сюда. Открывай. Ох ты, сука. Там что-то держится, смотри-ка, а? Нет, ты глянь. Ну, покажи мне, что там. Там что-то держит мою дверь. Дай пройти. Блядин, а? Он открывает, когда я далеко, да? А, я понял. Мне нужно провести телевизор, а здесь держит тут херота, как ее сломать? А может нахер? Может без телека справлюсь? Не справлюсь, да?